Sainz ten z Simona, ja решил взять пару боев на ставке 300. Так, я делал забыл оценить, то, что у меня легендарный. Я буду играть атаковать командой. Так, наверное, поставлю перца вторым, чтобы травить. А вот если бы я стоит вроде нормально, так что установка. Так, все, погнали. Сейчас уже время больше ночи, я не думал, что я сразу смог найти. Блять, вот заебись, но правда установка не радует. Но все же хоть что-то. Так, наверное, буду носить этого на рейта. Так что, блядь, робот хороший пес, но, блядь, он не робот с ученым. Он не особо что-то такой. Охуенный прям. Как вот, блядь, черная накидка. Или, блядь, якудза робот. Так. Блядь, у меня такое ощущение, будто он сейчас разморозится. Или, блядь, на краю где-нибудь останется. А, нет, блядь. А, блядь, нет, конечно же, блядь, обрадовался уже. Так. Надо. Он сейчас. Во, заебись, братан. Вот себя бы так. Так, блядь, чем мне утопить? Ладно, хуй с ними, возьму прочь вертолет. Я вот тут закрою проход, чтобы он тут особо так не бегал, не радовался от жизни. Хотя ему от жизни, блядь, ничего нахуй не надо. Так, вот беру вертолет, его нашил тупо с вертолета. Так. Ну, пацаны, вы чего тут не подписываетесь на канал, блядь? У меня вот дохуище просмотров там, блядь, 100 с... Пиздец просто, 100 с лишним, там, 200. А нихуя подписок, мне что такое, сейчас сложно подписаться, что ли? Я, блядь, сижу нахуй, стараюсь, блядь, пишу для вас тут бои. А вам, блядь, подписаться сложно. Он чё, блядь, марка решил выносить, и чё, блядь, опидарел, что ли? Какого нахуй марка? Ты недостойный, даже не вздумай. Две балки, не факт, что вынесешь. Даже если он вынесет, он не спасет. Он просто не успеет. Так. Две охраны на лом. Бля, ну может не вынесет, может повезет. Конечно же, блядь, повезет. Прям всегда, сука, везло, ебать. Где, блядь, моя встана нахуй летающая? Ты где, блядь, вот нахуй, полетели, все. Блядь, ты хули карту, блядь, жрешь. Пиздец, блядь, нахуй скоро обновление выйдет, блядь, драконов исправить, как так можно, блядь, дракон был одной из самых охуенных рас, блядь, по статистике вроде где-то я читал, то что, блядь, большинство игроков играют драконами. Это что сейчас было вообще? А, блядь, паука кинул, Брунита. Я ему тоже паука кинул, чем мне еще это делать? Спецназ, блядь, напялил, думаю, что я сейчас нахуй это всего буду уворачиваться. Так. Хуя ты детский. Ебать, атомка беспалевная. Пиздец, нахуй. Я, короче, буду травить. Блять, ну сука, хули он не зацепился канатом? Чё его, блядь, не устраивает? Уже нормально, блядь, подлетел. Ну, блядь, давай кувалдой, чертила ебаная. Чё, блядь, рад нахуй то, что кувалду ударил? Молодец, сука. Так, блядь, я же его отсюда бариком не вытащил. Сто пудов вот. Блядь, я же сказал нахуй. Я кину, короче, блок. Чтоб он сейчас не меня пиздил, а пиздил блок. Блядь, заебался, Дима, блядь, на пауке сидит вообще. Нахуя тебе огненная овца, блядь, какой от нее толк, она, блядь, нихуя не жарит. Все, блядь, исправили, балки на первом ходу, блядь, овцу исправили. О, блядь, давай взорви ее. Вот, нахуй, неужели я, блядь, с паука ёбнулся? Дождался, блядь, все, попиздавали отсюда, чтоб, блядь, тут меня, блядь, не вынесли. Так, куда мне вставать, блядь? А, понял, все, порой, так, короче, стану туда. Так что меня уже вроде не вынесут никак. Кинь сюда вот охрану, чтобы он тут минками не рушил. Я, короче, блядь, закину вот так эту атомку и возьму фриз, короче. Потому что яд мне долбит, это пиздец. К серверку, мне кажется, он меня не должен вынести. Я хотел сейчас лететь, но мне уже не дали полет. Ты же, блядь, въебешься куда-нибудь. А, ты блок, блядь, рушишь, пошел. Ну, молодец, нахуй, жди моего бура. Блядь, атомка попала просто вообще. Зарешала мою победу. Так, я, короче, говорю. Блядь, ему сейчас на краю останется. Все, стоп, нахуй. Блядь, так поздно остановился, думаю, сейчас, блядь, все, ебать, не остановится. Пиздец моего перца. Давай, блядь, трещи, хули ты меня морозишь, какой смысл, блядь, от твоей заморозки? Ты чем, блядь, думаешь, головой или жопой? Блядь, я не вынес, но я просто, блядь, вообще нахуй, я думаю, хотя бы все на краешек закинуть. Блядь, Станислав, походу, сейчас вынесут. А если его вынесут, то под него ответку носить, если он там останется. Блядь, а может, мне повезет? Должно же мне повезти хоть раз в жизни. Ебать, неужели? Только, блядь, хоть атаки, блядь, ходят. Хули он, блядь, стоп, допустим. Я что-то не утонул? Блять, нахуя я ранен взял? Ну, бывает, ладно, похуй. Так, я кину себе заземлитель. Возьму ему ложку. И по пизду, вы не заметите то, что я даже поштучное оружие положил? Там сейчас, блядь, конец сезона, все начинают пользоваться. И, точнее, блядь, сезон уже новый открылся, блядь, им призы там дали, блядь. И все, нахуй, началось, блядь, вся вот эта параша. Ну, блядь, давай ходи, ебать, своим Ильёй. Это еще сейчас было? Хули он пристанул? А, блядь, ковры нахуй кинул. Ясно, животное. Блядь, нет? А, есть сектор, блядь. Так. И как мне его выносить? Блять, хули я его так рано открыл? Блять, может как-то получится сломать этот херовин, чтобы мне его потом вынести? Блять, ладно, хуй с ним пробуем, попытка не пытка. Ну, блять. Пиздец просто!
Сука, я бы уже, блядь, выдал бы, нахуй, играл бы следующий бой, если бы я его вынес. Там, блядь, фугаска, нахуй, на краю, блядь, осталось. То сейчас, блядь, на краю. Дайте мне, блядь, момент, чтобы я его забурил. Ой, блядь, да ладно. Повезло, нахуй, можно сказать. Так, и что мне сейчас делать? Так. Я, короче, дам сменку. Блядь, мой метризум затянет. Я, короче, хочу рискнуть. Ага, хуй там кел. Короче, так. Так. Блядь, я его сбитый хотел туда откинуть. А сначала я хотел коту стоял, думал, сейчас резумцию стяну, пояс возьму, потом пояс ему докину. Так, ладно, похуй, тут сразу, блядь, один перс, ничтожный, он ничего, в принципе, не сделает, там у ворота не вынесешь. Блядь, да хуй ты ко мне-то, блядь, сейчас столько за землей сидит. Так, и что мне делать? Допустим, коту я могу оттуда вынести. Да никак, блядь. Я, короче, кину блок, чтобы он особо так не регинился. Кто точнее уходит на блок просрал, это хуй с его регенерацией. Так, хуй, мне пока не очень хочется играть. Так, он ломает блок, и... Короче, я ему кидаю 10 сек. Сейчас я ему кинул 10 сек. Сейчас посмотрим, что он сделает. Может быть, я его как-нибудь вынесу. Надеюсь на это. Вот, неужели свой зазен сломал? Сейчас бурить буду, скорее всего. А он там забурится? Вот снизу вот этого херня вот. Он там может на краю еще застаться. Да и стоп, скорее всего, останется. А, блядь, не осталось. Да ладно, повезло, ебать. Так, и кто это играл? Блядь, 300 века, нахуй. Вызываемый игрок находится в бою, не может принять вызов. Это что такое, пацаны, блядь? Вы это видите или как можно вообще назвать? Так, ебать, что это за существо попало с Кирилл, нахуй. Ну, короче, кинь свою перчатку. Там и Станислав. Давай, блядь, залезай, нахуй. Это что, элита вормец? Кирилл, блядь. Кирилл тихий? Нет, тихий не в элите. Так, у этого Филипп, походу, легендарный зубат, потому что такие же параметры, как совсем мал я. У вас все-таки паука, так. Наверное, пойду травить этот, блядь, образ. Я вам тоже перс предназначен для того, чтобы травить. Да, точно, я пойду травлю робота и, блядь, этого, демона, чтобы их ярко хоть немножко канал. Так что, блядь, карта начнёт там тут через 6-7 ходов. Давай, блядь, лезь речь, обезьян ебаный. Ты сейчас фриз? А, блядь, сейчас кто вниз нахуй спустится, если, блядь, фриз, ебать, выпьет. Так. Паука. Хорош, братан. Так, я кувалду удар, потому что, блядь, я просто бесплатно что-то делать. Мне кажется, надо бить Деню и Никиту. И в конце, блядь, будет легче. А двоих оставлять на конец, чтобы их потом уже вынести. Фугас, ага. Так, кину блок, чтоб он рушил. У меня сейчас вроде Дима ходит, да, у меня сейчас ходит Дима. У него также два робота, как и у меня. Ой, блядь, эту хуйню дали. Ну, если он ее использует, я тоже буду использовать. Он, интересно, разрушит или блок кинет? Братан, хороший уёбывается на канате. Давай, блядь, речи. Хуй он грузит, а чё это вот за поединок? О, блядь. Стоп, поедешь на пауке, да? Так. На пауке, блядь. Сука. Так, он мне вроде сейчас проигрывает, сейчас я день убью, буду бить Никиту. Нахуя он дает смену, вот объясните мне. Он смену дал просто на ветер. И он никто не собирался бить с кувалдой, тому подобное, даже если его ударил, сейчас бой на вынос будет, это элита ведь. Элита, стоп, на вынос играет, ебать он меткий. Так. Короче, я пойду вот сюда вот. И кину ему липучку. Надо пару липучек будет наконец оставить. Давай, блядь, обезьяны речи. Сейчас фугас попадет, я уверен. Сейчас вот эта дырка в карте, мне все перцы полетят. Опасен, братан. О, блядь. Так, я, короче, тоже съебу в сварку, блядь. Здесь элиту с меня бить, ебать, будет, нахуй, уя будет. Давай, братан, бури, нахуй, меня тоже. Ну, блядь, фугас ты. Под минус 2, хотя чем тут под минус 2, блядь, тут и перцев хп уже нету. Мне сейчас, когда будет ходить атака, я, наверное, возьму овцу и пойду в эти двоих овцов, потому что их надо убивать. Так что тут мало хп, он, блядь, тупо рискует этим персом, потому что ему на них похуй. Вот. О! Чё-то новенькое, удивительно. Так. Да давай ты, блядь, уже. Вот сейчас, блядь, стоит смену, блядь, а не как он, нахуй. На ветер сменку. Блядь, и стоп. И чё, мне, блядь, ещё шарик плюс тратит? Да пиздец. Стоп, на раз. Ладно, хуй с ним, чё. Так. И вот так. Смесь, слушай, 5 хп я снимаю. Ты поступай, да, давай попробуй кинем. Рискни, блядь, жизнь, атомку поставил, думал, я не замечу. Конечно же, не заметил. У вас прям такие атомки незаметные сейчас. Так. Я выйду немножко вот так вот, возьму овцу и, блядь, попробую этого Диму ударить, чтобы он туда отлетел. Ай, блядь, сразу не так, как надо.
смысла твоя там то? Вторая смена, пацаны, вторая нахуй. Нахуя ты даешь вторую смену? Тебе эти перцы все равно ни к чему. Ты ж, блядь, вакуумка. Хуя он, блядь, вакуумку пустил. Блядь, у наших элитов, блядь, вакуумка это ебать газ нахуй. Они, блядь, настолько мощные игроки, то что они, блядь, вместо вакуумки газ используют. Ебать, они опасны. Так, что мне делать? Блядь, ладно, хуй себе кину блок, так как они там вроде бункер, он не должен будет дойти. Блядь, это пиздец, нахуй первый жизнь такой прикол, ебать, вижу. Сука, как можно было, блядь, газ с вакуумкой перепутать? Так, я запишу сейчас еще вот этот и третий бой. И все, я думаю, хватит, обработаю и пойду спать. Блядь, газ кинул правильно, а вакуум сейчас неправильно кинул вообще, ебать, я так угорать буду. Я сказал нахуй, неправильно вакуум кинул. Или правильно, фух нахуй, заебись все. У меня, блядь, настроение поднялось. Вооо! Это вообще шикар. Так, окинул сразу заметить, потому что, ебать, самое интересное только начинается. Так, так. Где льдышка? Вот льдышка. Так, блядь, только я обратно, походу, не съебусь, я снова с подносом, это хуёво. Потому что такой перс с подносом, да, балчат не ставят. Ага. Блядь, давай ты речь. А, там перчатки. Стоп, нет перчатки. Фух, заебись, блядь. Ладно, допустим. Но я думаю, у него там перчатка есть, блядь. Смотрите, какой отрыв это пиздец. Плюс еще блок сидит, братан, у тебя уже фактически нет шансов. Ты дракон остался. Либо на хп, блядь, убью к чертям. Либо, блядь, утоплю. Хуй он мучит. Опа. Блядь, это пиздец, блядь. Ну не пьет, потом, ну что сказать. Ну все бывает в жизни. Это, блядь, не мы такие, нахуй, жизнь такая. Давай, блядь. Пис, 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 блядь, все, заебись, нахуй, один перс. У меня, блядь, 4 почти, блядь, полных перса, а у него один. Интересно, это, блядь, реально, что элиту здесь играет? Что мне, блядь, удивительно, то, что так элита играет. Сука, утопил падаль. Ладно, я в него винтовкой стрельну, блядь, спрыгну с паука. Сука, аж заикаться, блядь, хуя у него, блядь, пол перса, ебать, нету, был 700 или 800 хп, блядь. А сейчас у него 400, вот, совсем другое дело. Так, я даю сменку, потому что мне уже чисто насрать на них, потому что, блядь, все уже, конец боя, можно сказать. Скинул новинку бариком. Так, 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 блядь. Сука, сейчас привыкаем хуй отсюда. А, не, блядь. Ну, сейчас, блядь, с первого раза, блядь, надо было поезд брать. Ну, ладно, хуй с ним, там блок сидит. 10 хп, блядь, везучий, конечно же, блядь, везучий. Сука, чё ж ты ещё мог отъесть? Он, блядь, перевязку хотел взять, нахуй, но не удалось. Кто это, блядь, играл? Кирилл Солёнов, 2 миллиона рейтингов, блядь, пацаны, вы это видите? Это, блядь, такой даун, это просто пиздец. Не знаю, какого выбора, блядь, может, настроение было, может, блядь, команда, может, ещё что-то.